Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас будет обзор второго заказа из шестого каталога компании Oriflame. И если вы смотрите мои видео, то наверняка вы сейчас обратили внимание, то что у нас появилась новинка в интерьере. Это обалденное кресло-мешок. Обзор подробнее, где купили, за сколько, какое качество, можете посмотреть на нашем втором канале, ссылка будет под этим видео. А сейчас давайте смотреть заказ. Заказ у меня целиком и полностью для клиента. Здесь на 56 баллов заказ. И мне очень радостно то, что в такое время сложное мне позвонили, говорит: Лиля, пиши. И я как начала строчить, вообще здорово, то что один человек сделал такой хороший заказ. Итак, что же здесь? Ну давайте начнем по порядку. Сейчас идут по акции вот эти вот чудесные бочонки, мы их так называем, потому что это выглядит действительно красиво, бочонок с ароматным душистым кремом для тела. Один Divine, а второй Giordani Gold Essence. Вот знаете, мой, наверное, любимый все-таки аромат в Oriflame — это именно вот этот Giordani Gold Essence. Если мне придется выбирать, оставить только один, то я оставлю его. Вот, скорее всего, это такое искреннее, чистосердечное признание. Divine — это не мой, конечно, аромат, но очень многим он нравится. Он такой легкий, воздушный, именно вот для весны, для лета, такой вот, чтобы не было утяжеления, а легкость и невесомость. Это такие вот весомые крема, здесь по 250 миллилитров, их хватает очень надолго. И что мне в них больше всего нравится, то что они чудесно увлажняют кожу, то есть это классное, шикарное питание, и при этом кожа ароматизируется. Самое классное решение, если вы выбираете крем и аромат одного, вот, одинаковый, потому что тогда аромат будет усиливаться. Представляете, да, набрызгались духами, тут же кремом пахнет, и все это так вот круто выглядит. И вот это кресло будем использовать с вами как столик. Далее гель для интимной гигиены, тоже он сейчас идет по акции, и у нас как раз там представлено зеленый, розовый и голубой. Вот я пока пробовала розовый и голубой, голубой мне нравится почему-то больше, и поэтому я его теперь всем рекомендую, как видите, все его заказывают. Я всегда обращаю внимание именно на это средство, потому что есть люди, которые не обращают на него внимания или считают, что оно не нужно почему-то, а я рассказываю, как с ним классно, что без него хуже, с ним-то лучше. Поэтому говорю, возьмите, попробуйте, понравится — будете потом постоянно заказывать, нет — значит, просто не будете заказывать. В этом каталоге у нас хорошее спецпредложение идет на крема для рук. И вот мне заказала клиентка, кстати, она работает в больнице, и я так понимаю, что вот контакт с перчатками дает о себе знать, потому что у нее в заказе всегда крема для рук, и в этот раз аж 4 штуки. Ну, они действительно по 99 рублей, по-моему, всего, и они классные, она их просто уже брала, знает, какого они качества. Здесь арника и авокадо, два таких, два таких. Ну, действительно хороший выбор, что я могу сказать. Вот такие вот красивые кремики, и они питают хорошо, они такие легкие, я сама просто ими пользуюсь с удовольствием, поэтому считаю, что это хороший выбор. А вот этот продукт я вижу первый раз, я себе не заказывала. Это крем от тяжести в ногах. Я не обращала внимания, что в нем 150 миллилитров, и когда я сейчас увидела, какой объем, я говорю: ого, ого, вот это классно. Конечно, когда большой объем, это намного выгоднее, на дольше хватает, и получается по деньгам всегда дешевле, чем если брать маленький формат. Поэтому я сама любитель XXL, всегда мы берем все, что побольше. А это гель для снятия тяжести в ногах. Естественно, его нужно носить на чистые ноги массирующими движениями, начиная со ступней и поднимаясь вверх до коленок. Очень хорошо будет снижать вот это вот состояние отечности, и, ну, тяжесть — это есть отечность, и у кого варикоз, то будет идти облегчение. Обратите внимание, кстати, сейчас начнется жара, и людям, особенно с лишним весом или у кого предрасположенность к варикозу, это, мне кажется, очень классный вариант облегчить себе
жизнь. Так и будем говорить, да, самыми простыми словами. В этом каталоге у нас вышла новинка, и я об этом средстве говорю уже много, сняла даже отдельное видео. Масло для волос Элио, оно с укрепляющим эффектом. Многие меня спрашивают, чем оно отличается от других масел, например, от ночного. Я могу сказать, что ночное масло пахнет вкуснее. Ночное мне тоже очень нравится, я прям его обожаю, именно такой аромат необыкновенный. Но от этого я сразу увидела эффект, что волосы стали плотнее и крепче. То есть это эффект мне очень нравится, поэтому я себе заказала сразу тоже флакончик. А клиентка, которая его заказала, уже пробовала масла, то есть она знает, какие они классные, у нее прям восторг к этому маслу. И сейчас по акции, когда вы делаете заказ и просто кладете одно масло, то тут же вылетает такое окошечко и говорит: спецпредложение, обрати внимание. То есть шампунь Элио, наверное, самый дорогой наш шампунь, да? Мне кажется, да, это наш самый дорогой шампунь. Он чудесный, просто нереально вкусный аромат, и мне нравится качество, как он промывает голову, и при этом идет увлажнение, питание волос. Он идет со скидкой по цене для консультантов всего 159 рублей, поэтому берите обязательно. Если вдруг вам не надо, отдавайте мне, я с удовольствием заберу себе. Я очень люблю этот шампунь, у меня дочка его просто обожает. Так, далее маска. А, да, я покажу сразу два продукта, потому что они сейчас идут по акции, на них дополнительно снижена цена. Несколько вариантов масок и два варианта шампунь и кондиционер. И здесь у нас шампунь как раз для тонких волос. Это я просто рассказала клиентке, она дополнительно к этому заказу говорит: давай, давай, что, если ты считаешь, что мне надо, давай. И маска, пленка с углем, черная, я ее тоже обожаю. Вы можете посмотреть у меня на канале видео, где я в этой маске показываю, как ее наносить, как она снимается. Знаете, я попробовала ее в разных вариантах. Так, шампунь уберу, это серия HRX, кстати, очень крутой шампунь. Про маску расскажу чуть поподробнее. Я ее пробовала носить, как написано в каталоге, просто разогреть горячим полотенцем лицо, то есть мочим полотенце в горячей воде, прикладываем, оно распаривает, тут же наносим маску для того, чтобы она как бы лучше сработала, то есть больше вытянула из пор грязи, черных точек и жира. Так вот, я еще, знаете, как попробовала сделать? Я намочила лицо, я его поскрабировала, то есть распарила, сделала чуть-чуть скраб, а потом нанесла пленку, и вот когда я ее сняла, я просто, вот есть такое слово, офигела. Вот оно тут идеально подходит. Это было такое крутое лицо, теперь я буду так постоянно делать, потому что, ну, я не знаю, круче эффекта я еще не видела. Вот попробуйте именно так, то есть разогрели кожу, поскрабировали теплой водой, прям сильно теплой водой смыли и нанесли маску пленку. Баксюня пришел с проверкой. Бакс, будешь маску? Нет, говорит, я не буду. Ну правильно, ему-то зачем поры чистить. Так, далее у нас в каталоге идет сейчас по акции набор: зубная паста и зубная щетка. То есть вот такой вот для ухода за полостью рта удобно, то что сразу нужно и щетка, и паста. Это тоже вот под заказ как раз классный вариант, взять сразу два тюбики пасты получается и щеточка себе и мужу, да, или кому-то еще. Отлично, отличная цена. Тоже мыло, кстати, вот эта новая серия — ананас и маракуйя. Какой аромат, просто вот съесть охота, вы знаете, вот, ну нельзя делать такие вкусные продукты, потому что просто хочется их есть, а не мыть ими руки. Мне очень понравилось, я сразу все открываю всегда, новинки пробую, мне очень понравилось. От геля такой приятный охлаждающий эффект, мыло просто обалденно пахнет и мылится классно, и форма мне этого мыла нравится, ну короче, мне в нем нравится все. И вот я немножечко вас обманула, потому что есть один продукт для меня. Это мыло. Мыло подарок
сюрприз какой-то, да, как оно называется, мыло всего за 15 рублей. То есть если ваш заказ сейчас будет на 50 баллов и больше, то вы можете один кусочек мыла взять за 15 рублей всего-навсего, представляете? Конечно, я взяла. Ну, кстати, наверное, будет справедливо, если я его просто подарю клиентке, потому что у нее такой большой заказ. Но я в любом случае вкладываю подарки в заказ, потому что, ну, здесь и сумма приличная, и я всегда балую своих клиентов именно не скидками, а подарками. И, кстати, есть люди, которые обижаются, когда им скидку делаешь. И вот как раз эта клиентка одна из таких. Я как-то ей попыталась сделать скидку, она говорит: ты что, ты ходила, ты тратила время, ты мне все принесла, ни в коем случае никогда мне не делай скидки, я обижусь. И я ей просто вкладываю подарки. Ну, конечно, подарок намного приятнее. Во-первых, это возможность клиента познакомить с новым продуктом, который он еще не пробовал, чтобы он знал больше наш ассортимент и знал, что ему заказывать в следующий раз. Во-вторых, это больше запоминается, нежели скидка. Ну, например, сделаете вы скидку 100 рублей, но человек даже не ощутит, ну что такое 100 рублей, ничего. А если вы в заказ положите, например, тюбик зубной пасты, который стоит, да, 100 рублей, или крем для рук, и говорите: это подарок, можно, кстати, еще обернуть в оберточную бумагу, бантик привязать и сказать: это вам, я вас благодарю за то, что вы у меня постоянная любимая клиентка. Вот это будет круто. Вот человек будет 2 месяца мазать руки кремом и каждый раз вспоминать: это мне моя любимая консультант подарила. И если будут предлагать им даже что-то взять со скидками, будут пытаться увести у вас с клиента, человек не уйдет, потому что вот эта вот благодарность за то, что вы, ну, приносите, дарите подарки, она будет препятствовать тому, чтобы человека сбили с пути истинного. Все вам рассказала. Спасибо вам большое за внимание. Пишите в комментариях, как у вас сейчас идут дела, насколько вы успешны в продажах, в сборе заказов, все ли в премьер-клубе или еще идете туда. Успевайте каждый каталог, ставьте себе цель быть в премьер-клубе, потому что это действительно выгодно и выгодно. И выгодно просто, потому что кэшбэк 10%, да? Потому что скидка 50% на любой продукт. Что еще? А, зарплата, Миша подсказывает. Если у вас есть команда, то чтобы получать скидку от работы команды за товарооборот, без 150 баллов вы ее не получите. Поэтому дерзайте, я верю в вас, что у вас все получится. Если есть вопросы, пишите в комментариях, я вам все с удовольствием расскажу. До новых встреч, пока-пока!